Всем привет, вы на канале Crypto Commons. Биткоин у нас с вами вернулся в наш накопительный разворотный канал. На часовом таймфрейме мы это видим на вот этом графике Bybit. Мне просто лень перерисовывать этот канал на TradingView, поэтому мы смотрим на Bybit и видим, что да, мы вернулись в этот канал, из которого мы, в принципе, вываливались вот здесь вот в ложный памп, здесь в ложный дамп, и сейчас мы внутри этого канала, и он имеет разворотную траекторию. Если вы посмотрите по синусоиде глобальной, то у нас сейчас как раз разворотная волна, поэтому я все-таки все еще жду очень сильный отскок, куда-нибудь в район 44 или 52 тысячи даже по биткоину, а там будем посмотреть, как говорится. Но не финансовый совет, дисклеймер, естественно, потому что все решения вы принимаете сами. Я просто чувак из интернета, который вам рассказывает, что он делает. Вот, торгую я этим на бирже Bybit. Держу лонги по битку, XRP, BitDAO и Dash, потому что верю в технический отскок как минимум. А вообще верю в To The Moon. Но я постараюсь сделать это видео максимально коротким, потому что я сегодня уже участвовал в таком... Нет, это был не криптогон. Это был стрим на канале Кирилл Эванс. Как он сам назвал свое комьюнити, Scam-юнити. Вот, я присоединился к Scam-юнити. Да. Собственно, классно пообщались. Был Серега Экигай, Блонди Чейн, еще другие чуваки. Вот. И там я рассказал, в принципе, практически все мысли и по биткоину, и по альткоинам. Так что, если вам интересно, обязательно посмотрите его. Ссылка на него есть у нас в телеге. А также еще у нас в телеге вы найдете пост. Очень важный пост от биржи Femex, наших друзей и партнеров. Они запустили акцию «Умножаем депозиты». Вот все условия акции. Но в двух словах, вам нужно внести депозит в USDC, именно не USDT, а USDC coin, от $50. И вы получаете возможность выиграть в 5 раз больше USDC. Все условия акции здесь, на этой страничке. Переходите, ссылка на биржу Femex, естественно, в описании. Все, что нужно, это создать аккаунт, если вы еще не внести необходимый депозит не менее $50 и указать свой UID аккаунта на Femex вот здесь. Собственно, сейчас закончу запись этого видео, сделаю сам эту процедуру и буду ждать призов. На бирже Femex, кстати, тоже я сейчас торгую. У меня здесь лонг по биткоин кэшу небольшой. И по биткоину лонг уже достаточно весомый. Это 50 тысяч контрактов, то есть 1.39 BTC по текущему курсу. Вот, в плюсе, достаточно в неплохом уже, но я пока еще, ребята, не разгружаю. Я, как уже сказал, жду технический отскок куда-нибудь на 40 тысяч, а то и выше, а то и выше. Потому что вот, смотрите, у нас первая трендовая, вот у нас вторая трендовая, которая тоже уже экспоненциальная трендовая, хочу заметить, которая тоже уже может быть смещена вот так вот. Но на самом деле, даже если мы сейчас дампанем чуть-чуть, я все еще верю, что у нас появится с вами третья трендовая, которая нас вытащит все-таки наверх, и мы конкретнейше затузамуним. Потому что, ну, ребят, это крипта. Когда она так перепродана, когда все вокруг паникуют и орут про медвежий рынок, так бычьи рынки не заканчиваются. Как минимум, даже если это медвежий рынок, как минимум нас ждет сильный технический отскок перед погружением вниз. Но я не верю в погружение вниз, я верю вот в такую форму. Информацию примерно, и в To The Moon куда-нибудь выше сотки. Потому что, ребят, биткоин очень бычий сейчас. Альткоины, которые на дне, типа Dash, Litecoin, Bitcoin Cash, не соскамившиеся, ребят, одна оговорочка, не соскамившиеся альткоины. Еще более бычьи, потому что у них потенциал хода здесь вообще вот такой вот. Как понять, не соскамился ли альткоин? Да очень просто. Открываете на CoinMarketCap вот здесь исторические снэпшоты и смотрите, какие альткоины все еще с нами. С 2014 года, вот, например, смотрите, Litecoin, XRP, Dogecoin, Dash, да и в принципе все. Где вот сейчас? Counterparty, Blackcoin, Namecoin, NXT, Peercoin, где? В жопе они, правильно, их нету. Вот и все. И также смотрите потом снэпшот за какой-нибудь 16-й год. Там уже эфир появился. Кто у нас здесь? Эфир, XRP, Litecoin, Doge, Dash. Все, MadeSafeCoin нету. BitShares, до свидания. Они есть, конечно, но их уже делиснули отовсюду, откуда можно. Peercoin нету. Stellar есть еще. Factum, все. Next, все. Monero на связи. Bitcoin под сомнением. То есть, смотрите, ребята... Нем, кстати, все еще есть. Смотрите, короче, чтобы на всех крупных биржах в хороших кошельках были ваши монеты. И была ликвидность, был объем. Поэтому, ребят, Dash, кстати, кто его сейчас хейтит, ребят, он был на 6-м и на 5-м месте. Dogecoin, чтобы вы помнили, перед пампом в 5-й строчке недавнем, тоже скатился вниз к сотне. Куда-то ближе к сотне. Так что дисклеймер, как говорится, не финансовый совет. Вы меня поняли, я надеюсь. Вот.
Собственно, число подписчиков на нашем канале просто мега-супер пампится. Спасибо за это, конечно, Кирюхе, в том числе. И новым зрителям всем йоу, респект. Кто вы еще не подписался, обязательно ставьте лайк, жамкайте на колокольчик и на все дела, потому что как вы себе можете позволить пропустить такой контент? Это самый устойчивый аптренд. Это наш канал. Ставьте влог на наш канал, нажав на лайк, на колокольчик и подписавшись. Ну а так что у нас? Хешрейт биткоина бьет all-time high. Это исторически 100% корреляция, то есть это неумолимо за собой ведет памп цены, потому что в долгую мы знаем, и хешрейт растет, и цена растет. Это подтверждает нам, что сеть очень даже востребованная и рабочая. И как только хешрейт переписывает all-time high, за этим всегда неминуемо следует памп. Funding rate у нас показывает, что все сейчас поголовно шортят. Все, кто на биржах даже шортят, вдумайтесь. То есть лонгистам сейчас платят за то, что они поставляют ликвидность в стакан. А на самом деле шортистов-то гораздо больше. В крипте до сих пор всего 1 или 2% населения, а все остальные, кто в фиате, они тоже, по сути, шортят, понимаете? И те, у кого балансы в USDT на биржах, я знаю, из вас у многих тоже не в крипте, те, кто ходлит USDT, вы тоже шортите, врубитесь. Если вы в тезере, вы уже в шорте 1x находитесь, то есть вы против рынка. Только те, кто держит битки, эфиры, лайткоины, дэши и так далее, только те, ребята, лонгуют по-настоящему крипту. Вот. А так, что тут скажешь-то? Очень сильно вытряхнули спекулянтов. Если мы посмотрим на график BTC, USD, я вам хочу сказать, что вот весь этот подъем от 30 до 60 и обратно до 30, и снова от 30 до 70 почти, обратно до 30 с чем-то, это был просто спекулятивный памп и дамп. И сейчас многие думают, что это двойная вершина, паттерн Макдональдс и туза дно. И это хорошо, что многие так думают, ребят, потому что когда так многие думают, этого не происходит. Если вам кажется, что мы прокололи поддержку EMA Ribbon на недельном таймфрейме, то вспомните о том, что циклы у нас удлиняются, включите двухнедельный таймфрейм и посмотрите, как мы идеально ее здесь тестируем, как поддержку и отбиваемся от нижней границы. Поэтому, друзья, все это мне лично напоминает последнюю затяжную коррекцию, консолидацию флэт перед пробоем, очень сильным пробоем наверх, куда-нибудь, не знаю, там на 200 тысяч или типа того за биток. Как это было и вот здесь, и вот здесь, и происходит сейчас. Ну, а у меня на этом хотел сказать все, но понял, что практически все. Покажу вам еще вот этот график. Это график биткоина к печатному станку ФРС. То есть этот график учитывает объем денежной массы, который вкинули за последние несколько лет. И вы, если обратите внимание, то у нас вот это был пик 2017 года, то есть наши 20 тысяч долларов за биткоин. А вот эти два пика, это нынешние 64 и 69 тысяч долларов за биткоин. То есть, исходя из этого графика, мы еще даже близко не переписывали all-time high и вообще находимся в медвежьем рынке, понимаете, а точнее консолидируемся и перед пробоем. Поэтому по-хорошему бычий рынок крипты начнется, когда биткоин перепишет вот этот all-time high. А когда он его перепишет, а он обязательно это сделает в какой-то момент, это будет примерно 200 тысяч долларов за биткоин, если не больше. Но вопрос в том, купите ли вы на 1000 долларов в тот момент блок сигарет или же уже даже блок спичек не купите. Поэтому вот в чем вся проблема фиатных денег, в том, что если вы перевернете этот график и посмотрите на стоимость доллара в битках, то она неумолимо падает постоянно. Она просто падает, скамится изо дня в день, и мне лично непонятно, как можно держать свой депозит в тезере или в долларе на банковском счете, когда вы видите вот такое, ребят. Ну, биткоин — это, походу, самый лучший хедж от инфляции и вообще актив всех активов. Вот. Ну, в качестве хеджа от волатильности крипторынка, конечно же, наверное, не глупо сейчас покупать серебро, которое вот-вот перепишет свой исторический хай и рисует нам сейчас чашку с ручкой. Это бычий паттерн с пробитием наверх на несколько иксов, чисто статистически. Также золото, естественно, то же самое рисует нам, переписывает all-time high, платину, ну и так далее и тому подобное. Поэтому, ребят, конечно же, не забывайте забирать прибыль, если она у вас есть, и реинвестировать во что-то нормальное. Вот, ну а у меня, наверное, на этом все. Dash to the moon. Да, кстати, по Dash'у мне кто-то из подписчиков скинул, большое ему за это спасибо. По Dash'у к эфиру на бирже OKEX у нас с вами желтая точка. Желтая точка на хайканаши свечках на сайфере была вот здесь полгода назад. А если вы врубите обычные свечки, то у нас с вами желтая точка сейчас. Сейчас желтая точка, то есть вторая желтая точка, двойное дно и супер-супер заходной по дэшу к эфиру. Если посмотреть по Фибоначчи, то тут ближайшие цели — это 0.23 по Фибо, это 0.2 эфира. 0.38 — это 0.33 эфира. 0.5 — это 0.42 эфира. И золотой карман 61.8, куда чаще всего статистически мы доходим, даже если это коррекция.
подкаста. Это 0.54 эфира, чуваки. Так что дисклеймер, не финансовый совет. Все риски берете на себя, но тут вы все видите сами на экране. По Dogecoin'у было то же самое абсолютно, когда мы его набирали вот здесь, все его хоронили, говорили, вы что, дураки, это скам, это мемкоин. И в итоге что он сделал? Выдал 100 иксов. Поэтому, ребята, я лично тарю Dash, Litecoin, выхожу из просадки, лонгую потихонечку все это на Femex, на Bybit, на других биржах. Все ссылки на которые вы найдете в описании. Лучшие биржи, рабочие обменники, надежные кошельки, наш телеграм-канал, чат и все остальное. Поэтому, ребятушки, дисклеймер, не финансовый совет. Всем профитролей. И, конечно же, не забудьте про проект Каста, который залистили на Bybit не так давно. Это проект наших друзей Карла и очень крутых чуваков. Это новый Crypto.com, новый Swissborg. Это решение мгновенных и бесплатных платежей в криптовалютах. То есть, по сути, это на самом деле будущая биржа, просто они об этом умалчивают. Это реальные чуваки, у них куча биткоинов, они горят идеей, им нет смысла продавать свои токены и скамить о вас. Единственное, что я хочу сказать, не торопитесь влетать на всю котлету, потому что каста на листинге стоила 4 цента. Естественно, никому не дали ее так дешево купить, помпанула на 2 доллара, и сейчас стоит $0.5. На мой взгляд, она может еще немного просесть перед тем, как уже пойти в рост, как и Crypto.com, как и Swissborg. Она может еще полгода-год поаккумулироваться, но в целом у ребят скоро запуск приложухи, и я очень побычно настроен. То есть лично, на мой взгляд, диапазон 30, 20, 15 центов, если она туда опустится, то там надо тарить агрессивно. И я хоть и участвовал в приватселе, я тоже буду докупать касту, если она придет вот к этим значениям. Вот, поэтому респект Карлу, респект всем чувакам. И каста – это новый гем. Это, если вы ищете новый Crypto.com, новый Swissborg, новый, я не знаю там что, вот оно, каста, понимаете? Она улетит ракетой просто. Если не в этом, так в следующем сезоне, потому что реальная серьезная оплекуха, не хухры-мухры. Но в целом хочу вам напомнить, что, ребята, есть биткоин и есть куча щиткоинов. Вот, на этой радостной ноте предлагаю закруглять это видео. Все ссылки в описании. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем профитролей и скоро увидимся. Пока.